Средства самообложения могут вводиться и использоваться для решения вопросов благоустройства и озеленения территории муниципального образования, участия в организации деятельности на территории муниципального образования, участие в организации деятельности по сбору мусора и вывоза бытовых отходов и мусора, благоустройство мест массового отдыха населения, охраны и сохранения памятников истории и культуры местного значения, электро, тепло, газа, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, строительства и содержания автомобильных дорог, общего пользования мостов и иных транспортных сооружений и других вопросов местного значения.